Hello. Где там Татьяна? Идет. Идем тут к нашим знакомым. Hello. А где сестра-то? Где наша сестра? Сестра. Сестра на пляже. Опять на пляже? Сегодня улетаем? Сегодня улетаем, все. Да. А тебя вещь не надо? Не, уже не надо вещи, уже набрали много вещей. Она на пляже где? Она на пляже. А где на пляже найти? Чуть-лег. А, туда за камнями, да? Да, да. А, ясно. Ну ладно, хорошо, давай. Нет ее. Ну ладно, что делать? Не судьба. Хотели это самое записать. Привет от нашей... Для Маши. Подруги из Индии, да. Но не удалось, ее что-то второй день уже не можем ее поймать. Да, она обещала передать привет. Очень хорошо говорит по-русски. Просто, ну. Даже ругается матом по-русски. Ну понятно, что ее научили. Все равно, молодец. Впитывает быстро. Я научил его новому слову. Вернее, не слову, а новому выражению. Полосатый-волосатый. Ей так понравилось, что она решила его использовать. Потому что они тут все говорят там, купи слона. Красота неземная и все такое. Вот у нее теперь новое, в его лексиконе есть выражение. Волосатый, волосатый. Будь здоров! Вот сидим, так сказать, завтракаем. Или уже обедаем. Рамболи. Кафешки. Там зонтик поставили. Что-то едим. Да? Да. Вот так вот выглядит кафе. Такой вот вид. Такие вот их чилауты. Можно полежать, сидеть. Ну, сейчас не вечер, поэтому никого нету. Народу очень мало. Теперь где-то шляются сейчас. Кальянчик. Вот наш бармен. Так вот это выглядит. Ладно, пойдем доедать и купаться дальше. Зашли в кафе в Рамболе, вот такой вот вид, за ширмой, за кафе. Свинюки лежит в воде, другие ходят, та, что лежит, лежит, пузыри пускает. Сначала думали, дохлая, длина. Вот так это выглядит. Столешки, что принесли, спагетти, сыр, такой вот кафе. Сейчас придет Костя, друг из Канады. Вот он купил себе портвайн.
Тоже товарищи из Швеции. Помашись. Okay. Вот так вот. Hello. Ну ладно. Мне принесли машин суп. Будем сейчас его это самое поглощать. Как обычно, кингфишер. И без этого будем есть. Местное блюдо. Кисломолочный, похоже, какой-то получается. Сейчас будем пробовать еду. Горячий. Очень горячий, такое ощущение, что все-таки молоко маленько подскисшее. Или хрен знает, что такое должно быть. Ну, плохо понятно. Очень жарко. Фух. Ладно, ждем Кастета. Сейчас будет там рассказывать здесь. Он уже давно здесь живет. Вот. Сам он с Канады. Синий хлам. Сейчас придет, увидите. Вот пришел наш друг Костян. Костя! Соль с рисиками. Делается для того, что здесь очень влажно, и, соответственно, соль впитывает влагу и становится деревянной. А рис сыпет для того, чтобы рис впитывал влагу, и соль, собственно, свободно сыпалась. Вот. Так было бы невозможно, потому что на столе было камень соли. Такие вот они, умельцы. Кажется, немножко женский цвет, если честно. Да. Это чисто женский цвет. Ну, не знаю. Ну, какой-то совсем он женский. Ну, не знаю, но я вижу, что они женские. Сейчас другая колоса. Вот пришли в кафешку поесть. Танюшка себе прибирает завтрака, чем будет. Вот. Зашли и увидели тут такой вот флаги висят, да, немецкий. Там дальше бразильский, вот наш российский триколор повесили. Говорят, что заказал откуда-то хозяин. Проблема была заказать российский флаг из России. Вот. Так что такие дела. Россия здесь присутствует у нас в кафе. Круто. Ну ладно, будем изучать меню, будем кушать, то есть завтракать. Собакин, голодный собакин на стол залез и сейчас ест, смотрите. Вот такой вот молодец. Вот правильно, молодец, давай. Вот нам еду принесли как раз. Сэндвичи, Таня, тебе вкусные. Таня, смотри, какие вкусные сэндвичи. Бери. Все, бедные собаки, он остался без завтрака. Не успел доесть. Ватрушка будет завтракать. А я сижу, пока жду своей участи, когда же мне принесут мою еду. А что я заказал-то, я уже забыл. Омлет. Масала омлет я заказал. Сейчас буду лопать. Ну ладно. Ждем.
Катушка кушает скворчный чикен. Скворчный. Чикен фризер. Прямо на соленой доске. Там булькает. Вкусняшка ест. Вкусно? Я тебе говорил, что вкусно. А это морковочка? Ну, это салатик какой-то там, да. Тут фри, чикен масала, чили-чили, салатик. Соус на соленой доске, прям булькает. Кафешка у моря. Тут их много. Вот у нас, собственно, завтрак. Получился такой вот. Рулетики куриные с начинкой, с грибами, курица. Это что вот это у тебя? Вот это, как называется? Лепешки с сыром. Лепешки с сыром, да. И салат. Какой-то взяли. Картофель, зелень. Яйцо, лук, вот так вот, скромненький завтрак, ну, как обычно, кингфишер, потому что очень жарко, надо жажду утолять. Так, вот так это все выглядит со стороны. Осталось там 2 дня, сегодня, завтра, потом... Сколько? 9:40, по-моему. Уезжаем. В аэропорт нас везут. Вот. Хорошо, собственно. Ночью будем спать в самолете. Как-то так. Идем вдоль моря по торговым лавкам. Мы купили целый чемодан уже. В смысле рюкзак. Уже прошли. Ну, так я. Там шли, очень душно было. Здесь, видишь, хоть небольшой сквознячок, потому что такие пробелы есть между лавками. Можно хоть маленько подышать воздухом. Там, где дальше шли, там было полностью завешено все шмотками. Соответственно, ветер не продувался там, очень жарко было. Здесь посвежее, конечно. Где наши друзья? Мы должны подойти. Нет, нет. Мы не могли. Мы прошли их, что ли? А, да, вот сейчас здесь же будет самый. Сейчас, сейчас. Кто? Толстопуста будет сейчас, да? Они будут там. Кто они? Ну, привет. А, нет, все, мы прошли, они мы прошли сейчас, назад вернуться.